Гавайские острова пострадали из-за наводнения после сильных ливней. На Мауи выпало 33 сантиметра осадков, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Местные жители делятся видео затопленных дорог и зданий. Плотина Каупакалуа, построенная еще в 1885 году, пока выдерживает натиск потока. Но представители властей опасаются, что это ненадолго. Ранее поступали сообщения о прорыве дамбы. Позже стало известно, что плотина цела, но уровень воды достиг критической отметки, и она переливается через укрепления. Десятки домов ниже по течению реки смыло, обрушились два моста. По словам мэра Мау, это самое сильное наводнение за последние 25 лет.